Коларов выигрывает. Ихиначо. И снова попытка быстро стартовать в контратвет. И все по геометрии просто замечательно. Нет ли офсайда? Нет. Потрясающе. Манчестер Сити исполняет все идеально. И началось все, кстати говоря, с Келечи, который подобрал мяч, выигранный у своих ворот Коларовым. И вот она, эта геометрия успеха. На одной линии действительно. Стерлинга на Ихиначо. 2-0. За такими быстрыми ногами не успеть. Нырнул под мяч Ихиначо, чтобы, не дай бог,